В жаркий вечер страсти накалялись не только на поле, но и на трибунах. Первый тайм прошел динамично. После перерыва обе команды действовали осторожнее. Отсюда почти полное отсутствие реальных голевых моментов. Всегда не хватало завершающего удара. Соскучились по футболу, играют нормально, стараются, но жарко. Надо делать на это поправочку. Матч очень интересен. Во втором тайме вначале начал давить Спартак Геленджик, и потом игра сравнялась по-равному. Преимущество мяча у Анапы. Я постоянно хожу на футбол, болею за команду анапскую, люблю футбол. Жарко, наверное, играет медленно, острых моментов немного. Интересная довольно-таки игра, как бы надеемся, что Анапа все-таки выиграет. Вот, ну команда Геленджика, вот Геленджик-Спартак тоже ничего, ребята играют, как бы. Ну, надеемся на лучшее, патриоты своей команды, патриоты Анапы. Мы болеем за Анапу, Анапа вперед. В первом тайме счет открыл капитан команды «Анапа» Жумалдин Каратляшев. Но буквально тут же Геленджик отыгрался. В основном времени с первой по 90-ю минуту счет не изменился – 1-1. Не решили исход матча и два дополнительных тайма. Судья назначил серию пенальти. Геленджикский «Спартак» проиграл. Итоговый счет матча – 6-4. Финальная игра состоится 22 августа в поселке Афипский.